Привет. Я тебя знаю. Привет, девочки. Я знаю, вас тоже знаю. Привет. Между прочим, один из лучших защитников. Где? Они там приходят. Я понятия не имела. Да, говорит, вы сначала туда приехали. Да? Не будете купаться в голову. Наверное, я не понимаю, куда они там хотят. Ваня, можно участвовать, нет? Ну, вот когда вы выпьете пиво, там пойдете плавать, там девчонки, наверное, будут тоже плавать, да? При луне будете танцевать голову? Ну, старик, поздравляю тебя. 13 лет – серьезный возраст. Знаешь, чем цифра 13 хороша? Очень многим. Во-первых, я 13-го родился. Вот. Во-вторых, мы 13-го приехали в Израиль. И вообще, 13-е – это очень классно. Филипп родился в числе 13 плюс 3. Ну, тоже угадывает, значит. Молодцы. Девушка такая симпатичная. Вот и мать. День рождения. Я помню, в младенческом возрасте. Ну ладно, ребята, давайте. Во сколько забрать-то? Завтра с утра. Или в один. А я даже чуть позже. А, в 11:30. В 12. Начался вечер. Ну что ж, придется смотреть сегодня, как Русь. Телевизор.